Сегодня в Ульяновске весенний субботник. Благоустроительные работы проходят уже третий раз в этом году. Преобразить город может каждый. К уборке привлекут и специальную технику. По данным администрации, задействуют 190 машин. Основное внимание уделят побелке деревьев, сбору и вывозу мусора, снятию несанкционированной рекламы, очистке остановок и заездных карманов, а также вырубке поросли, подметанию автомобильных дорог. Сотрудники управления по охране окружающей среды выйдут на санитарную очистку территории Маришкиного родника. В Засвияжье организует благоустройство территории Музея истории гражданской авиации сквера УЗТС. В Железнодорожном районе будут очищать сквер 60-летия Победы, а также зеленую территорию у Современника, ДК Киндяковка и Железнодорожного вокзала. В Заволжье запланирован ямочно-карточный ремонт горячим асфальтом.